Смотри. Слушаюсь. Руны справа отвалились. Они должны быть где-то тут. Теперь-то легко прочитаем. Приказ верить в него, несмотря на ошибки. Трума! Я уже готов! Она нравилась маме. Великая охотница. Точно. Покровительница охоты. Это ее отец и звери, на которых он охотился. Он ее обучил. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба в снегу. Там они и остались. Грустная история. Берегись, отец!
Держись сзади! Ого! Ты посмотри! Руины. Ну да, но если это строил гном, наверное, раньше смотрелось здорово. Драконы быть благодарными. Смотри. Слушаюсь. Король гном заставлял подданных охотиться на драконов и других чудовищ? Ну и ну. Вперед! Подыхай! Отец, тебе надо это увидеть. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он нападет. Я знаю, но нельзя держать живое существо в клетке. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь их мысли. Я слышу. А ты не слушай. И приготовься. Ладно. Forname, Luthier.
Kivathi. No, alle osomi fina erfilige dome. Virtulige protein av hell. Veta megin. Indi. Что он думает теперь? Ничего, наверное. Но он был рад умереть в бою, а не сгнить в пепле. Твои навыки стали лучше. Ты хорошо сражался, Атрей. Спасибо, отец. Наконец-то свежий воздух. Ешь нас. Сын, приготовься. Пожалуйста.
Так что случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Да, да, подумать сейчас. Так, тут правил злой король-гном. И он заставлял людей охотиться на чудовищ. Люди сажали их в клетки, а потом я не знаю. Значит, чего-то не достает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле-гноме. Атрей, за мной! Уже иду! Кажется, у нас теперь полный набор. Huh?
Ugh!
Атрей, ко мне! А можешь рассказать о великанше с луком? Это была Скади, покровительница охоты. Ее отца звали Тьярци. Он умел принимать обличие любых животных и обучил Скади охоте на них. Из ребер животных она сделала себе вторую пару стоп, чтобы скользить по снегу и нагонять любую добычу. В охоте ей не было равных даже среди богов. Сам Один хотел взять ее в жены, чтобы она подарила ему сильных сыновей. Но Скади его отвергла. Оскорбленный Один поклялся отомстить. Пошли слухи, будто асам стал досаждать орел, похищающий драгоценные золотые яблоки Идун. Самые искусные лучники-боги не могли его убить. Один знал, что Скади обязательно захочет доказать свое превосходство. И она начала охоту. Скади выследила орла там, куда могла добраться только она на своих лыжах, и пустила стрелу. Отправившись за добычей, вместо орла она нашла своего отца, несчастного Тьяци, убитого собственной дочерью. Ею овладели отчаяние и стыд, ведь нет ничего более противного природе, чем убийство родителя. Скади покорилась судьбе. Одеяло вечной зимы накрыло ее вместе с отцом в прощальном объятии длиною в вечность. Печально. Да, боюсь, все истории про великанов плохо заканчиваются.
Эй, вы! Вы уничтожили статую? Мы разрушили статую, дух. Значит, моя связь с этим миром прервана, и я отправляюсь на поиски настоящего громовержца. Я отомщу ему. Благодарю вас. Вот храбрец. Отправился сражаться с Тором в одиночку. Он глупец.
Мими, а знаешь историю о великане с огненным мечом? О Сурте Храбром? Конечно. Мы столько говорили о ледяных великанах. Пожалуй, теперь самое время припомнить величайшего из огненных. После того, как из Генунгагапа возник Эмир, за ним последовал Сурт. Он появился в Муспельхейме, мире огня, и принес в зарождавшийся мир тепло, создав из первозданного огня солнце. Но поговорим о его огненном мече. Сурт Храбрый выковал свой меч из огня с одной единственной целью – сжечь Асгард, когда, наконец, придет Рагнарёк. Ему суждено пасть от рук Тора и Одина, но при этом нанести удар, который обратит их мир в прах. А потом из этого праха родится новый мир. Именно этого момента великан и ждет в уединении Муспельхейма, не смыкая глаз и натачивая свой огненный клинок. Храбрый и благородный Сурт, живущий в ожидании своей гибели. Он выбрал служение великому круговороту жизни куда более важному, чем он сам. Если осознать свою цель и обрести терпение, можно не сомневаться. Однажды твой день настанет. А мы будем там, когда этот день придет? Я уже насмотрелся на войны между богами. А ты, братишка, тоже знал.
Разве у тебя больше нет истории? Я наговорился, парень. Но однажды я расскажу историю о тебе.